Видите, как бывает. Первая зашла, но пришлось выйти и зайти изново. Ну, сперва, может быть, начнем с того, что мы хорошо поработали на выходных. Как мы знаем, у нас было несколько живых встреч. И собирались командой и в Литве, в Вильнюсе, и собирались командой в России, в Санкт-Петербурге. Я думаю, что люди, которые уже нас встречали на местах, все друг друга мотивируют, и все уже знают, какие у нас хорошие новости, и куда идти, и как с ними работать. Я думаю, что все уже знают нашу программу, но сегодня нам нужно поговорить о том, как использовать. У нас шикарный продукт. Посмотрим, что мы можем на экране. Ирина, если ты можешь, слышишь меня, помоги, что-то сегодня техника подводит. Да, идем дальше, откроем наш экран программы, которая у нас в кабинете. У нас несколько хороших предложений. Так, если можно, откроем юбилейные или все программы, которые у нас есть. Полистаем снимки. Можешь еще другой снимок мне включить? Ну, давайте начнем с юбилейного, раз уж он выскочил. Я люблю, когда мы сейчас открываем кабинет, мы видим все наши программы. У нас вот у нас классное общее предложение. Смотрите, какой у нас выбор. У нас 4 прекрасные программы в рассрочку, притом с разными сроками. Я думаю, здесь можно подобрать любого клиента, кому на более короткий, кому на более длительный срок подходит наши инвестиционные программы. У нас есть прекрасные и юбилейные предложения, и никогда не забываем о том, что у нас всегда есть стандартное предложение, которое вы тоже видите, и где мы выделяем особые возможности, то есть желтым, синим цветом, одноразовые программы. Многих клиентов интересуют одноразовые программы, поэтому это тоже важно. Сегодня хочу пройтись пошагово. Вот помните, мы говорили, что наши программы теперь рассмотрены для разных секторов клиентов. И по большому счету эти программы все так и можно разделить для разных клиентов, для разных их возможностей и для того, чтобы им было удобно инвестировать. То есть клиент может выбирать или один раз, или постоянно на долгий срок, или постоянно на короткий срок, который всегда может подобрать себе, продлить программу или не продлить. Ирина, переключи, пожалуйста, на юбилейный подарок. Прямо подарок, юбилейная программа. Давайте рассмотрим. Эта программа очень приятная, очень удобная, и многим клиентам подходит. И как я говорю, здесь у нас $1000 юбилейных предложений с подарком особенной монеты. Как вы знаете, это монета от мероприятий, которая была в прошлом году, уже можно сказать в прошлом году, в октябре, 17 октября, когда было первое предложение от этого мероприятия, то есть праздничная монета. Наверное, через какое-то время это будет исторический момент, и каждый, кто будет владеть этой монетой, может гордиться этим. Юбилейный банкет, конечно, сегодня очень хорошие условия. $1000 вкладывая, 300 тысяч акций приобретая. То есть у нас высший дисконт 300. Это у нас то, что самое лучшее на сегодняшний день. И те, которые это осознают, рассматривайте. Этот пакет удобен даже до $10 000. Поэтому $1000 – это только одно вложение. Я думаю, что многие клиенты это спрашивают, можно 3 пакета или еще больше. У нас нет ограничений, поэтому 3, 5, то есть, как я говорю, до $10 000 – это дисконт самый высокий, который сегодня доступен. То есть клиентам с 10 тысяч и выше уже предлагаются и другие условия. Юбилейный, особенный тем, что сегодня высший дисконт, еще дополнительно дается подарок, который исторический подарок. Поэтому и смотрим клиентов на эту программу и используем сами для себя и для своих знакомых. Совершенно другой подход, прошу, Ирина, переключи на бизнес-пакет. Хочу говорить о бизнес-пакете, который для другой группы инвесторов, инвестор, который может планировать регулярно, постоянно свои вложения, начиная с $200.
И смотрите, какая здесь стратегия. Человек, который свободно владеет $200 для инвестиций, наверное, привык делать какие-то расчеты и планы на будущее. И здесь идем пошагово. Здесь самое главное, что нужно понять и в этой программе, что в целом ее вы можете рассмотреть на 9 месяцев, но она идет пошагово по 3 месяца. Бизнес-человеку это очень важно. 3 месяца он просматривает проект, он просматривает свои возможности, он видит свое развитие, видит, какие решения он принимает через следующие 3 месяца. То есть это достаточно короткий срок для принятия решения инвестировать, но и хороший срок для того, чтобы ознакомиться с проектом и принять следующие шаги. Поэтому здесь, я думаю, именно вот стратегия продажи такова, что забронируй себе хороший дискаунт, здесь дискаунт 250, забронируй дискаунт на 3 месяца, вкладывая по $200 и выкупаешь 150 тысяч акций. За это время, поближе ознакомливаясь с проектом, можешь принять решение, готов ли ты свою инвестицию продолжить. И если ты выбираешь дополнительных 3 месяца, то есть смотрите, в этот момент у клиента есть возможность. Он может через 3 месяца программу закрыть, и он получил свои выкупленные 150 тысяч акций. То есть мероприятие, как я говорю, закончилось, закрылось. Но если клиент выбирает дополнительный срок, продлевает еще на 3 месяца, он кроме своих 150 тысяч, которых он сам выкупает, с таким же дискаунтом 250, дополнительно за лояльное решений и лояльность компании, он дополнительно получает 30 тысяч акций в подарок. Вот здесь мы видим в таблице общий расчет, и себе отметьте, что первые 30 тысяч подарочных акций он получает после второго этапа, то есть когда он полностью проплатил 6 месяцев. Этим мы и дополнительно мотивируем, то есть для клиента появляются дополнительные возможности, и поймите, откуда появляется подарок, это увеличение количества акций за счет изменений дискаунта, то есть для него предлагается уже более выгодный дискаунт за лояльное постоянное инвестирование. Если в этот момент клиент принимает решение закрыть свою программу, то он имеет 300 тысяч акций выкупленных и 30 тысяч акций в подарке. То есть в целом 330 тысяч акций. И у него появляется возможность продолжить пакет еще на 3 месяца. Что его на это мотивирует? Во-первых, за это время мы, конечно, видим, какие огромные изменения произойдут у нас на экотехнопарке, как мы движемся вперед. Это уже полгода впереди. Я думаю, что изменения будут нас удивлять и радовать. И в это время легче принимать решение еще на 3 месяца продолжать свое инвестирование. И смотрите, выбирая еще дополнительных 3 месяца, он за те же деньги выкупает 150 тысяч акций и дополнительно получает в этот момент 60 тысяч акций в подарок. Что и в целом и составляет, что вложенные деньги клиента дали ему возможность покупку 450 тысяч акций, а в подарок он в целом получил 90 тысяч акций. Если мы сделаем средний расчет, и я вот предлагаю вам, если вы беседуете с клиентом, именно вести этот расчет, что за 9 месяцев клиент инвестировал $1800, в результате чего он приобрел больше 500 000 акций. В итоге, то есть 540 тысяч, больше, чем 500 000. Если рассмотреть средний дискаунт за свою лояльность, ему дискаунт был повышен, и он за все 9 месяцев в целом получил дискаунт 300. То есть резервации дискаунта на весь этот период. Если клиент проплачивает короткими сроками, то его дискаунт 250. То есть, видите, у нас есть такие пару показателей, из-за которых программа становится более привлекательной. Первый плюс – короткими шагами, по 3 месяца, по 3 месяца, по 3 месяца, имея хороший дискаунт. Второй плюс, что проходя 6 месяцев, уже имеем увеличение дискаунта дополнений подарочных акций, и если уже пройти весь период, то шикарный результат. $1800 вложенных, 540 тысяч акций приобретенных. И уже это
если смотрим, когда у нас 9 месяцев, то мы понимаем, куда мы пришли. Это уже октябрь месяц практически. И у нас в этот момент начинается живое действие на эко-технопарке. Наверное, это и тот день, который мы больше всего все вместе ожидаем. Вот, поэтому это такой хороший бизнес-пакет, так мы и называем его для бизнес-партнеров. И легко, по-моему, его именно таким образом преподнести. Ну вот, перейдем на другой слайд. И третья такая группа, то есть я хочу сказать, что это, наверное, сейчас у нас самая-самая такая прекрасная программа, потому что здесь нужно полностью понять, как мы можем менять стратегию продажи. И с этой программы, как я говорю, вы можете идти к каждому клиенту, каждому своему знакомому. Это такие условия, от которых просто нельзя отказываться. Это программа, которая необходима каждому человеку. И ее преподнести совершенно легко. Я предлагаю здесь начинать разговор с человеком совершенно по-другому. Не будем объяснять о новых технологиях, не будем объяснять вначале о транспорте второго уровня, не будем говорить про акции, про биржу, про дивиденды, потому что многим людям это могут быть и совершенно чужие термины, чужой мир, и все, что для человека неизвестно, его в первый момент немножко пугает, и то есть он не готов принимать решений. С этой программой начинаем свою беседу совершенно по-другому. Это программа, которая любому человеку даст дополнительный доход, который он может рассматривать на разные свои нужды. Я думаю, что здесь две основные группы. Вы знаете, когда у нас в семье дети приходят к возрасту 18 лет, 16-18 примерно, они нуждаются в хорошем образовании. Обычно это семьи, которые достигают средний возраст 40-45 до 50 лет. Вот в этом возрасте у каждой семьи появляются новые заботы. И они всегда думают, где иметь дополнительные доходы. Это очень хорошие, как я говорю, стипендии, дополнительные доходы для образования детей и да, для их вузов и их дополнительных расходов. Поэтому всем активным людям эта программа тоже нужна. Но еще больше она нужна каждому, который понимает, что о его пенсии никто другой заботиться не будет. Поэтому мы и назвали пакет «Сеньор». И раньше или позже каждый из нас станет сеньором. Важно только, сможем ли мы этот период называть золотым. А для того, чтобы называть этот период золотым, нужно мимо себе наверняка позаботиться. Поэтому в этой программе включен такой момент, что я говорю, сперва все делаем для себя лично и говорим об этом всем людям, а потом уже будем думать, что нам эта программа даст на следующее поколение. И смотрите, сеньор-программа – это просто прелесть. $50 в месяц. Каждый, кто хочет себе сделать достойные пенсионные доходы, достойные, должен как минимум одну программу такую открыть. И вот с этой программой мы подходим к человеку именно с таким вопросом. Хочешь ли ты купить себе выгодную пенсионную программу? Возможности таких программ приобретать или каких-то как-то своей пенсии позаботиться. И здесь включен такой момент, как я говорю, вы за 30-40 лет активной работы не успели создать то, что вы сегодня можете создать себе за очень короткий срок с очень минимальными вложениями. То есть мы вкладываем $50 в месяц только 6 месяцев. То есть создай себе пенсионный фонд за 6 месяцев. Согласитесь со мной, на это каждый должен найти себе возможности. Даже люди схему дисциплинированного инвестирования для того, чтобы за 6 месяцев получить такой шикарный результат. Давайте пройдемся по шагам. Видите, в таблице отмечено 2 месяца, 2 месяца, 2 месяца. Это очень такой дополнительный позитивный момент, когда человек сегодня принимает решение $50 вкладывать и не знает, как у него жизнь складывается. И вот он
берет себе такой график, что 2 месяца я попробую. За 2 месяца инвестирований он приобрел себе 10 тысяч акций. 10 тысяч акций за 2 месяца. Смотрит, что все хорошо складывается и продолжает программу. Но если что-то случается, вот здесь плюс. Плюс в том, что если у человека какая-то непредвиденная ситуация, он имеет то, что он успел выкупить. То есть $100 успел вложить, 10 тысяч акций успел приобрести. Но я думаю, что все заинтересованы продолжить. Продолжаем программу на следующие 2 месяца. И если посмотреть в таблицу с левой стороны, здесь резко поднимается дискаунт. И в результате те же вложенных $100 клиент получает 25 тысяч акций. То есть второй этап дает совершенно другой результат. Это тоже мотивация на то, чтобы мы все-таки планировали и весь запланированный этап проинвестировали. Если что-то случается, то в этот момент программу можно закрыть, и клиент имеет 35 тысяч выкупленных акций за 4 месяца. Но в позитивной ситуации идет продление программы, то есть он продолжает проплачивать остаточные 2 месяца. Также вложил $100, и видите, поднялся дисконт, и итог этих последних 2 месяцев – $30 000. Считаем вместе, и мы создали целый капитал. Вот сам человек для своей пенсионной стабильности создал из $300 за 6 месяцев создал капитал 65 тысяч акций. И вот стратегии, что мы объясняем человеку, какая у него выгода с этого пакета 65 тысяч акций. Правильно было бы человеку показать, что он в дальнейшем будет жить на постоянные дивиденды. Как мы знаем, мы от проекта можем ожидать очень высокий доход, но для того, чтобы спокойно человеку объяснить его планируемые доходы, берем самый-самый минимум. В расчетах можем брать 10-20% прибыли, то есть годовых доходов, которых дает этот пакет. Если вы сейчас проследите надпись под таблицей, поймем, да, у нас 10% годовых из общего пакета составляет $6500. И здесь мы грамотно показываем, что каждый клиент, кто будет получать дивиденды, будет, конечно, и оплачивать налоги. В нашем расчетном примере взяты 20%. Это немножко завышенный процент, потому что в каждой стране, в каждом государстве процент разный. Чаще всего мы можем вести расчеты, исходя из 15%, но условия бывают разные, поэтому у нас подход имеется таким образом, что мы показываем самый минимальный доход и самые большие расходы. И потом смотрим, какой у нас остается итог. Этим мы никогда не обманем клиента и не будем его пугать какими-то непонятными расчетами. Здесь все будет очень ясно. Поэтому мы показываем, что годовой доход от этого пакета примерно $6500. Это если учитывать 10%. Оплачиваем налог дивидендов, прибыли. И что составляет, если 20% составляет $1300, да? И вот расчет показывает, что чистыми деньгами за год клиент может получить $5200. Если это разделить на 12 месяцев, что очень важно показывать клиенту, мы, конечно, знаем, что дивиденды чаще всего выплачиваются один раз в год. Это может быть хорошая годовая сумма, с помощью которой мы гасим какие-то свои запланированные расходы или приобретаем что-то себе необходимое, или показываем параллельный расчет, как это на 12 месяцев поделить, мы получаем, что как минимум дополнительный доход к пенсии получается $433. Если учитывать, что доход может расти и на 20%, то это уже $866. Поэтому в таком, без, как говорится, не учитывая каждую цифру, грубо говоря, от 450 до $900 – это ежемесячный дополнительный доход. В дальнейшем человек за месяц будет получать больше, чем он в течение 6 месяцев вкладывал.
вы только прислушаетесь к этим цифрам, к этим срокам и этим вложениям. И согласитесь со мной, что на эту программу не могут быть аргументы, что мне она не нужна, я не могу ее приобрести, или еще какие-то другие аргументы. То есть каждый из людей, которые нас окружают, имеет необходимость создать свой пенсионный дополнительный доход. Это уникальная возможность за 6 месяцев, вкладывая по $50 в месяц, создать такой дополнительный портфель. Ну и не забудьте, что таких программ могут быть и несколько. То есть для людей, которым другие возможности, мы всегда говорим, что в семье таких программ можно приобрести несколько. Всем, кто о себе думает. Но даже одна программа даст уникальный результат. Поэтому я здесь считаю, что у нас суперпродукт. Совершенно по-другому мы его преподносим. Нам не нужно 2-3 часа рассказывать о технологии, обо всем другом. Нам нужно показать, что человеку необходимо и как он это может получить. И, может быть, это даже очень хорошая фраза — начинать беседу с того, что его спросить: хочешь ли ты купить себе очень хорошую пенсионную программу или пенсионный доход, или просто пенсию? Хочешь ли себе купить? Скажите, как часто люди могли купить себе пенсионных доходов? Люди могли работать, 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 и за все это длительное время никаким образом не накопить столько, сколько позволило им бы жить в более приятных условиях. То есть редко, когда мы свой пенсионный возраст и период готовы называть золотым периодом. Вот я думаю, что эти программы нам помогут осознать, что пенсионный возраст и пенсионное время — это может быть золотым. Я вам рекомендую, чтобы этот продукт у нас стал суперпродуктом, который каждый день просто на расхват. И не думайте, что он будет в предложении еще целый год. Как мои коллеги говорят, берите сегодня то, что предлагается, и берите, пока есть. Мы знаем, что в целом компания идет к очень сильному развитию. Мы слышали в новостях, что у компании очень серьезные переговоры, очень серьезные планы. И в результате может очень скоро прийти тот день, когда нам предложенные возможности вдруг заканчиваются. Поэтому сегодня у нас суперпродукт. Пользуйтесь. Может, у вас есть вопросы, Ирина? Что за вопросы? Может, поможешь мне ответить? Инетта, выключи микрофон. Угу, благодарю. Так, вопрос. Эта возможность действительно уникальна. Основное – это время продвижения проекта. Коллеги, абсолютно правильно. Вот, Инетта, благодарю тебя также. Хотела бы тоже сделать небольшой акцент, на что… Практически я делаю акценты, и вы знаете, вот у нас в структуре тоже так много людей, которые сейчас показывают очень хорошие результаты. Вот вы сейчас просмотрели несколько программ, знаете, с чего мы начинаем? Мы начинаем не с того, что человек должен сейчас потратить. Начинайте уже с количества акций, вот 65 тысяч акций. Вот самый простой вопрос. Тебя интересует дополнительный доход? Ты хочешь получить 65 тысяч акций? Или ты хочешь получить 300 тысяч акций? Или больше полмиллиона? Вы знаете, конечно, любой здравомыслящий человек, вот мне нравится, я люблю большие цифры, я их не боюсь, с большими нулями. Я все время говорю, что я отталкиваюсь вот от этой цифры всегда. Вот обратите внимание, 540 тысяч. Мы сейчас продолжим по вопросам. Просто сфокусируйтесь. Больше полмиллиона. Вот это абсолютно работает на любого человека. И сразу включается, вы знаете, такая очень мощная вещь, когда человек начинает понимать, как много задач в своей жизни он может решить. Он может приобрести себе недвижимость, он может путешествовать продолжительное время, он может быть решить любые вопросы, связанные со здоровьем, и так далее, и так далее. Какому количеству людей
можно помочь, обладая таким количеством акций либо финансового дохода. И буквально 1-2 минуты человек моментально включает фантазию, где он может, где ему могут пригодиться эта сумма. И тогда, естественно, ну, это очень большая сумма, более 500 000 акций, ну, условно более 500 000 долларов или там евро, это не важно, это очень большая сумма. Конечно, человек задается данными, сколько же это стоит, чтобы это приобрести? Ну, это стоит пару тысяч, как мы все время говорим, пару тысяч долларов. Конечно, человек, ну, говорит, что да, это вот вообще супер, да, я это хочу. И тогда мы говорим, ты уже сейчас можешь это себе приобретать, ты уже сейчас можешь себе зафиксировать дисконт, и только найди 200 долларов, с которых ты в этом месяце можешь вступать. То есть идите от больших сумм к тем возможностям, к тем оплатам, которые должен совершить человек. Это очень хорошо работает. Я хотела бы вот делать акцент, тоже поделиться опытом об этой прекрасной программе. У нас в структуре есть одна очень такая известная дама, Светлана с балкона, молодец. И я просто обратила внимание, так как она в моей структуре, на ее постоянных клиентов, которые все оплачивают по 100 евро. Как пример. И я спросила, как ты это делаешь? Ты знаешь, она сказала, все просто, все то же самое. Я каждого своего знакомого спрашиваю, хотела бы ты иметь дополнительный доход? Ты хотела бы иметь вот 300 тысяч, чтобы себе купить шикарную там машину? Неважно, для кого-то это получить какие-то ценные знания, образование и так далее, в зависимости от интеллектуальной прослойки этого человека и так далее, уровня. Да, конечно. И она говорит, что да, но это стоит сейчас, только нужно вложить 1000. Но даже если 1000 у тебя нет, ты можешь вложить только 100, но это делать вот 10 месяцев, и это просто. И я смотрю, что у нее каждый день прибавляется по 100 долларов, поэтому это просто. Идите от конечной цифры, это очень хорошо работает практически. Поэтому это вот просто небольшое такое резюме, как мы делимся опытом. Поэтому покажите человеку сразу, что он получает. А потом, что нужно сделать для этого. И тогда это очень легкий разговор, это очень короткий разговор с небольшими паузами. И это не требует никаких затрат сил, энергии и очень долгих разговоров. Сейчас прочитаем, какие у нас есть. Да, абсолютно правильно, Людмила, мысли все материально, и нужно думать об этом. Я вам скажу даже больше из области квантовой физики, так как я занимаюсь этим направлением очень давно, что все, о чем мы мечтаем, все, на чем мы фокусируемся в нашем будущем, идет из будущего в сейчас. Именно таким образом работает энергия. Не случайно все практики по целеполаганиям, все коучевые программы и так далее работают по этому принципу. Поэтому начинайте с того, что вы хотите получить результат, какой вы сами хотите получить результат, и показывайте те цифры, которые получают тот доход, те возможности, ту мечту, которую получают ваши клиенты, ваши друзья. Они вам будут очень благодарны. Сейчас, Инетта, я также прошу тебя подключиться. Мне не совсем удобно прочитать, что у нас в чате. Я тогда отключаю микрофончик. Благодарю за внимание. Я на связи. Друзья, я вижу, вопросов не так много, но самое главное про дележку шкуры, да? Мы все-таки, когда идем к людям рассказывать о нашем проекте, о возможностях, всегда смотрим, с какого ракурса преподнести проект. И поэтому, помните, что я вам говорила, берем самый такой низкий стандартный процент, берем самые высокие расходы, чтобы ну, не делать расчеты, от которых головы кружатся. Но это правильно планировать. Смотрите, когда делался предложение, вообще весь проект предлагался народному финансированию, вот прочитайте 15 этапов развития и ознакомьтесь, о чем вообще проект говорит. Проект говорит о том, что вы можете планировать дивидендов от 20 до 100%,
Проект показывает вам исторические примеры, где дивиденды за более длительный срок достигали 1000% доходов. Никто не говорит, что 1000% вы будете зарабатывать через первый год. Но пенсионные доходы и финансовый резервный такой пакет, или, как я говорю иногда, финансовая подушка, она не создается на один день. Она создается для ваших постоянных дивидендов на вашу остаточную жизнь. И еще мы думаем о том, что мы это передаем по наследству своим детям и внукам. И это очень важно. И история показала, что проценты растут иногда за очень короткое время. И зная, какой глобальный проект мы сегодня поддерживаем и раскрываем, нам нужно показывать людям, что доход – это нормальное явление при правильном выборе инвестирований. И наш проект может человеку позволить иметь хороший и даже очень хороший доход. И какой-то образец примера должен быть. И я думаю, что многим людям, которые не имеют возможность вкладывать больше, чем $50 в месяц, намного сложнее изучать рынок инвестирований, рассматривать ходы биржи, рассматривать, что такое акции, что такое постоянные дивиденды. Им все-таки в начальном этапе нужно показать их необходимость и результат, на который они могут рассчитывать. Какой-то план должен существовать, и он есть. И это не план обмана, это план небольших расчетов. Если эти расчеты не будут осуществляться, тогда не было смысла вообще начинать этот проект. Проект мирового уровня. Проект с огромными доходами и огромным будущим. И проект на очень длительный срок. И мы сегодня приходим не на один день. Мы приходим сперва запустить проект, а потом радоваться результатам. И нужно найти схему, которую легко любому клиенту понять. И этот расчет, он именно для того, чтобы каждый, кто вас окружает, заинтересовался и хотя бы одну программу себе приобрел. Потому что люди, которые сегодня в недостатке, которые сегодня не видят позитивный завтрашний день, они не могут 2-3 часа от вас слушать, что такое акции и что такое глобальный мировой проект. Им нужно понять, как они сегодня, завтра могут сами своими руками менять свою жизнь. А это они должны делать. И у вас есть возможность это именно им дать. Вот сегодня вы каждый должны воспользоваться этим инструментом, чтобы больше, больше и больше людей об этом узнали. Здесь просто нельзя остановиться. Этот продукт, эта программа, она сегодня нужна каждому. А мы знаем, как это донести. Вот я вам рекомендую просто дарить эти программы, знания об этих программах каждый день как можно больше. Инетта, благодарю тебя. Хочу еще добавить, вот если взять, аккумулировать все вопросы, соединить относительно стратегии предложения. Вы знаете, коллеги, для разных людей абсолютно важна разная мотивация. Если кому-то очень важно увидеть цифры, математический расчет, доходы для одной категории людей, для другой категории людей очень важно участвовать, просто быть частью этого глобального проекта, этого глобального движения, понимание, что он находится в очень важном эко-пространстве. Для третьей категории очень важно чувствовать рядом команду тех людей, с которыми интересно, с которым он развивается и так далее, и так далее. Для кого-то важна потребность. Вот это потребность в деньгах, потребность в устойчивости в чем-то. Для какой-то категории очень важен результат. Он просит, покажите мне цифры, покажите, ему нужна уверенность и так далее.
Для кого-то очень важно, что он свою идею может реализовать через вот это прекрасное пространство, через эти замечательные возможности. Поэтому люди абсолютно все разные. Но абсолютно всем людям нужно тепло, светло, семья, счастье, любовь, гармония, достаток, развитие. Вот скажите кто-нибудь, просто напишите то, что важно для вас. Тогда рассказывайте об этом, потому что именно это вы излучаете по-настоящему. И вы знаете, в ваше пространство обязательно придут такие люди, которым это нужно, это полезно. Мы все делаем просто глобальнейшее дело, и поэтому делимся с вами тем опытом, что срабатывает у нас, с какими великолепными людьми мы общаемся. И, конечно, мне больше нравятся более большие цифры, более глобальные цифры, потому что я понимаю, что тогда действительно большему количеству людей я могу помочь, большему пространству, в большем пространстве могу находиться, путешествовать и реализовывать все свои мечты и планы. И мы обязательно эту тему будем продолжать и далее. Сейчас, если есть какие-то вопросы, мы ответим и будем завершать сегодня. Наш формат встреч не вебинарный, это информационный. Мы чисто хотели поделиться с теми программами, чтобы было четкое понимание в цифрах, в шагах, как этим пользоваться и что получает на выходе клиент, что получает акционер и что нужно конкретно для этого сделать. Я надеюсь, сегодня это было понятно в цифрах. Есть ли вопросы? Так, важное участие в этом проекте, но и деньги не помеха. Конечно, они не только не помеха. Вы знаете, нужно очень ответственно к этому подходить. Мы можем помогать другим людям, когда мы сами достаточны, когда мы сами самодостаточны, когда мы сами изобильны. Мы никого не можем осчастливить, мы не можем никому ничего дать, если у нас у самих этого нет. Поэтому, как я всегда говорю, делайте это сами. Покажите тот самый пример. Вот как из области того, что нужно показать результат, покажите свой результат. Когда я открываю свой личный кабинет, показываю очень хороший результат своим знакомым и говорю, что вы знаете, вот через пару-тройку лет, пусть даже через 5 лет, я буду заниматься тем-то и тем-то, я буду ездить туда-то и туда-то, я могу помогать не просто отдельным людям, а я могу помогать отдельным организациям, я могу помогать животным, я могу делать все, что я только захочу. Все супер. Что тогда покажи, как этим пользоваться, покажи, приведи меня сюда. Вы знаете, стратегий может быть бесконечное количество, мы будем всех их проговаривать, мы будем делиться своей мотивацией, вот своим внутренним огнем пожеланием. Сейчас просто обратите внимание на те уникальные возможности, на те пакеты, которые есть на сегодня. Как уже сказала Инетта, сейчас грядет просто целая череда событий. Просто огромное количество договоров подписывается на разных уровнях, и как долго будут такие предложения с таким замечательным дисконтом, никто не может гарантировать. Гарантия только одна, что каждый месяц в наш почтовый ящик мы получаем счет на оплату услуг. Вот это гарантия 100%, что это будет продолжаться еще долго. Поэтому выбор за вами. Вы определяетесь о своей стратегии жизни, о своих пожеланиях, о тех возможностях. И мы будем продолжать это дальше. Сейчас я передаю слово Инете. Возможно, у нас есть вопросы в чате. Я хотела добавить, что мы встречаемся опять через неделю. Вот сейчас эта неделя вам для пробы. Пробуйте сами, как вы можете предложить программы и как у вас развивается поток инвестиций и поток новых клиентов. А следующую встречу давайте поговорим больше о том, как строить команду, как увеличить количество людей в своей команде.
и как развивать бизнес, потому что кроме новых программ у нас есть и интересный маркетинг-план, который тоже всем нужно до конца понять и как-то активно в нем участвовать. И следующая встреча у нас уже в начале нового месяца получается, поэтому у нас будут и более глобальные новости, потому что мы ожидаем, да, новую документацию юридическую, нам нужно будет изучить ее и поговорить об этом, нам нужно будет постепенно знакомиться с новым дизайном кабинета, нам нужно будет освоить английский и еще другие языки в кабинете. Поэтому у нас много стратегических планов, и мы развиваемся очень, как говорится, серьезными шагами, и каждая неделя в данный момент нам приносит что-то новое. Поэтому идемте по шагам. Вот кто-то спрашивал, как быть, как развиваться. Да, давайте в следующий раз поговорим именно о том, как развивать свою структуру и сколько усилий к этому приложить, и с кем и как работать. Немножко подготовим эти вопросы и будем говорить о построении команды и о лидерских советах, которые друг другу помогают в развитии на месте. Нам очень нужно понять, что мы